Кейль. Да, Азраил. Что-то не так. Он уже должен быть здесь. За 5 лет люди меняются. Он больше не член Барёкуда. Я же тебе говорил. Мы уже опоздали на час. Я не могу вечно висеть на орбите незамеченным. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Найди его. Задай новую точку эвакуации или будем улетать. Ладно. Я начну поиски в городе. Возможно, мне нужно будет расспросить одного из местных. Он все время перемещается. Хорошо. Еще 1 час. Буду ждать. Конец связи. Мэтьюс Говард, где ты? От него ничего не добьетесь. Он или ничего не соображает из-за ломки, или слишком слаб, чтобы говорить. Эй, приветствую. Что вы делаете под дождем? Вы можете подхватить пневмонию. Вообще-то сегодня день шахтерских работ. На улицу выходить не стоит. Что это с нищим? Еще один любитель нектара, страдающий от перебоев в поставках. Я кое-кого ищу. Вы проверили планетарную базу данных? Что? Тут по всему городу терминалы. Может, с их помощью удастся что-то выяснить. Где бы мне найти один из них? Кажется, один был дальше по улице. Их невозможно пропустить. Хорошо. Спасибо. Заперто. Не знаю, куда идти. Лучше пока поищу его здесь. Не могу с этим разговаривать. Должно быть, тот испортил терминал. На экране сплошные помехи. Может, пнуть его, чтобы заработать? Сплошные помехи. По крайней мере, пока. Пожалуйста, войдите в систему, используя свое удостоверение личности. Если вы посетитель из внешнего мира, пожалуйста, используйте свою временную гостевую карту, которую получили на станции прибытия. Не могу использовать здесь этот предмет. Здесь это не имеет смысла. Зачем мне открывать рот? Пожалуйста, войдитесь, если... Может, поискать еще чью-нибудь карточку? Эй! Эй, вы от него ничего не добьетесь. Он или ничего не соображает... Нашли своего приятеля? Нет. Мне нужно удостоверение, чтобы получить доступ. Вы из внешнего мира? Или вроде того? Угу. Полицейские дела. Пришлось обойтись без регистрационных формальностей. Вы не из этой системы, ведь так? Не волнуйтесь, я не стану о вас заявлять. После войны дела идут плохо. Нам тут любая помощь пригодится. Что ж, если вы против, Барёкуден, я с радостью помогу, чем смогу. Думаю, вы можете взять пока мою карточку, если надо. Хорошо, спасибо.
Удостоверение личности принято. Я подключил свой коммуникатор, так что теперь могу сохранять имена и делать записи. Я могу переносить имена прямо из коммуникатора в окно ввода поискового запроса. Так удобно. Гибискус. Понятия не имею, где это. Наверное, надо тоже посмотреть. Я был прав. Он больше здесь не живет. Думаю, я дойду пешком.